Ormond, миндаль apple яблоко apricot, абрикос Asparagus. Спаржа. At breakfast, at dinner, at supper. За завтраком, за обедом, за ужином. Backrush. Корейка. Бейкон. Бекон, корейка. Банана. Банан. Банан. Биф. Говядина. Бит. Свекла. Berries. Ягоды. Bilberries. Черника. Biscuit. Печенье. Blackberry. Ежевика. Blackcurrant. Черная смородина. Boil, fry. Варить, жарить в масле. Eggs. вареные яйца, rice. рисовая каша, борщ, борщ Broth. Бульон. Buckwheat. Гречка. Буквейт-порридж. Buckwheat Гречневая каша. Buffet. шведский стол бата масло капуста кейк торт Carrot. морковь колейфлауа цветная капуста кавиа икра Селери. Сельдерей. Чиз. Сыр. Черриз. Вишни. restaurant part a almond миндаль i like almond biscuits with my coffee я люблю миндальное печенье с кофе apple яблоко my mother made a very nice apple pie yesterday. Вчера мама приготовила отличный яблочный пирог. Apricot Абрикос I buy apricots to eat for dessert. Я покупаю абрикосы, чтобы есть их на десерт. Аспарагус, спаржа. When asparagus is in season, you can prepare very tasty dishes. Из спаржи нового урожая можно приготовить очень вкусные блюда. At breakfast. At dinner. At supper. За завтраком, за обедом, за ужином. William always read his morning newspaper at breakfast. Вильям обычно читал утреннюю газету за завтраком. Back Russia. Корейка. We can fry you some lovely back Russia. Мы можем поджарить для вас немного прекрасной корейки. Бейкон. Бекон. Could I have the salad without bacon, please? Можно мне салат без бекона? Banana. Banan. Bananas are full of vitamins. В бананах много витаминов. Бифф. Говядина. О, oh, the roast beef of old England. О, oh, the old English roast beef. О, oh, ростбиф из старой Англии. О, oh, английский ростбиф. beet свёкла I like beet salad with garlic and prunes. Люблю салат из свёклы с чесноком и черносливом. berries ягоды For dessert I would like to have ice cream with forest berries. На десерт я бы хотел мороженое с лесными ягодами. Bilberries, чёрника. I love bilberries, but the season for them is always so short. Я люблю чернику, но ее сезон такой короткий. Бискет. Печенье. Don't forget to buy biscuits today. Не забудь сегодня купить печенье. Blackberry. Ежевика. My grandparents had blackberries growing in their garden. У моих бабушки и дедушки в саду росла ежевика. Black currant. Черная смородина. My mother used to make wonderful jam from black currants. Моя мама делала восхитительный джем из черной смородины. Boil. Fry. Варить, жарить в масле. Рекомендация по изучению курса DVD-карточки. С помощью данного курса вы пополните свой словарный запас на более чем 1800 слов и выражений. Для вашего удобства мы упростили примеры употребления к новым словам. Почти все предложения построены в трех простых временах, а именно Present Simple, Past Simple, Future Simple. Для наиболее эффективного запоминания рекомендуется применять следующий метод. Прослушайте и просмотрите видеокарточки. Затем, поставив на паузу видео, Перерисуйте маркером слова на стикеры. На следующий день просмотрите и прослушайте DVD-карточки заново. С помощью стикеров, перерисованных с видеокарточек, проверьте себя самостоятельно. Определите, какое количество слов вы уже выучили на данный момент. Приступайте к разделу упражнения. Прослушайте примеры употребления не менее трех раз. Для максимального запоминания рекомендуется переписать примеры в тетрадь рукой. Таким образом, вы задействуете сразу три вида памяти ⁇ зрительную, слуховую и моторную. Прослушайте и просмотрите DVD видеокарточки еще раз. Вернитесь к стикерам. Вы сможете сами себя проконтролировать с помощью перевода. Открыв стикер на русском переводе, вы пытаетесь вспомнить английский перевод данного слова. После чего вы переворачиваете стикер и проверяете свои знания. С наилучшими пожеланиями. Составитель курса ⁇ Быстрого Марина ⁇